Новый способ борьбы с лихачами на дорогах придумали в МВД. В ведомстве предложили казахстанцам снимать нарушение ПДД на видео и отправлять в полицию. Авторам обещают вознаграждение. Поощрять граждан за охрану порядка планируют благодарностями, грамотами, бесплатным проездом на общественном транспорте и бесплатной парковкой. Обещают даже процент от штрафа нарушителя, которого удалось снять на камеру. Ну а в случае, если сразу несколько внимательных граждан снимут одно и то же нарушение, награду заберет тот, кто первым отправил видео. Сейчас проект закона о профилактике правонарушений, где и содержатся все эти предложения, еще обсуждается. Он доступен на портале «Открытый НПА» до 8 октября. Впервые устанавливаются права граждан. Это предупреждать, пресекать правонарушения, требовать от других соблюдения общественного порядка, применять технические средства фиксации, а также получение гражданами вознаграждения от административных штрафов по отдельным составам.